Ребят, с вами Накс Лебедь. И сегодня я на даче, как видите. Сегодня я опять влог решил снять на даче. Третий раз уже. Ну, я не знаю, когда второй канал. Вот нашим другом с Андреем. Сидя, что не выложу. Ну, я что-то затупил, вам скажу. И удалил случайно. Ну, короче, когда эта неделя пройдет, я, скорее всего, вернусь в пятницу. Мы там с Андреем что-то придумаем. Я не знаю, как, честно говоря, как создавать второй канал. Говоря, скоро мой, скорее всего, одноклассник создаст канал, его зовут Дубин Лёня. Если он так его назовет, будет показывать Лего. Ну, кто любит Лего, тот и любит Лего. Поэтому, ну, я жду какого видео, типа, когда он создаст свой канал. А пока что мы поговорим так, о его переписке. И как видите, с трех серий. Сегодня третья была, вторая была вчера, позавчера была первая. Сегодня, может, и выйдет и четвертая часть. Нет, это еще не финал. Потом мы попробуем вызвать духа. Духа какого-нибудь. И почитаем в интернете, как вызвать духа там. Еще раз попробуем. Какого легкого духа. Но я попробую. Бля, я хочу создать третий канал, типа... Трохим Next. Дяди Next. Короче, может мне там кто-то вызываю кого-нибудь, я буду один. Короче, когда не получится вызвать, ну покажем. Короче, ну, пока что это на всем. Это ждите четвертой части. Списка с моим одноклассником. Позже мы встретимся.